О, амигос, всем хорошее настроение и приятного просмотра, с вами GameGS. Короче, добро бобров. Думаю, стрелялки стрелялками на какую-то гонку. Это у нас Rise Master. И еще одна гонка, в которой нам не дают, короче, нормально управлять. Тебе надо только вправо-влево. А так она едет сама. Короче, странно, почему-то гонки нынче пошли. Это точно так же, как Need for Speed я вот недавно скачивал и что-то еще какое-то. Еще и реклама. Зашибенно вообще, короче. Ну, рекламу я постараюсь вырезать. Короче, странные дела. Мне такие гонки совершенно не нравятся. Совсем все оказуалилось. Короче, если вам делать нечего, рекомендую. Но больше так я не рекомендую, потому что, ну блин. По факту вам не дают нормально даже поуправлять машиной. Короче, я продолжаю, раз мы уже начали, но это будет странная нарезка, как вы уже поняли. Рекламы, короче, очень много, а игра не настолько уж и крутая. Да. Сов, конечно, нету. Не, ну так-то можно и проникнуться в эту игру. Ну как-то, я же говорю, слишком оказуально на все. В принципе, когда делать нечего, где-то ты в очереди стоишь. Можно поиграть. Зашибенно, я не знаю, сколько я наснимал, но рекламы уже больше, чем надо. Короче, такая вот игра, рекомендовать никому не буду. Попробовал. Не очень гонки. Третья попытка скачать нормальные гонки. И пока что-то не особо удовлетворен. Когда скачаешь что-то нормальное, я прям скажу, мне это понравилось. Блин, я промазал. Потому что управление хотелось бы немного не такое. Ну, доехали кое-как. И сейчас снова реклама, да? Ну, как я и сказал, снова была реклама. Короче, мне теперь это монтирует дольше, чем я играл. Чё я не долетел? Ладно.
Короче, ладно. Мои впечатления от игры. Фиг его знать. Сами определите. Ладно, всем добро, бобро. С вами был GameCase. Будем искать. Увидимся в новой игре.